Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Мари Мистик. Сегодня 9 марта 2019 года, и нашему красавцу Чихуахуа Мари Мистик Рокки Чили Пеппер исполнилось 2 месяца и неделька. Мальчик имеет метрику щенка, клеймо РКФ и привит по возрасту. Мальчик находится в продаже, мальчик приучен к пеленке, кушает сухой корм. У мальчика очень красивая, выразительная черная маска, которая с возрастом не уйдет. То есть такой мальчик яркий будет. Для породы чихуа черная маска, вот такая, которая не уходит с возрастом, большая редкость на самом деле. Кто не верит, можете попробовать проверить, поискать. А также напоминаем, что в нашем питомнике полностью готовы к продаже два мальчика чихуа палевый Мари Мистик Пресли Кингсмен и бело-красный Парис Патриций. И мини-мальчик длинношерстный братишка Рокки Рафаэль Амора Мио. Персональные видео каждого щеночка можно посмотреть на нашей страничке в плейлистах. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться. А также напоминаем, что у нашего канала теперь есть страничка в Инстаграм, где ежедневно выходят свежие видео и фото с нашими питомцами, о жизни наших питомцев, много всего интересного. Ссылочка на страничку будет оставлена в описании под данным видео. Кто не подписан на наш канал, приглашаем подписаться, чтобы не пропустить свежие видео с другими щеночками нашего питомника, а готовыми к продаже. Кто подписан на наш канал, оставайтесь с нами. Всего доброго и до новых встреч на канале питомника Мари Мистик. Здоровья вам и вашим питомцам!